В привычном ряду машин на московском шоссе сегодня не самая обычная техника. Это авто с навесным помывочным оборудованием. Задача – очистка разделительных ограждений от пыли и грязи. В основном это то, что касается наших мостов, где у нас есть эти барьерные ограждения. Это Московское шоссе, барьерное ограждение от торгового дома «Барс» до автовокзала. Затем приступим к ручной мойке керхером ограждения декоративного, которое от автовокзала до путепровода Приокский. Ну и, соответственно, все ограждения, которые будут ограждения пешеходных переходов, которые у нас на территории города Рязань. Уже помыты разделительные ограждения в поселке Строитель и на мосту на улице Солнечной. Машина работает днем, пока погода плюсовая. Параллельно с техникой на улице города вышли и специалисты. Они моют пешеходные переходы. За день помыты пешеходные ограждения на участке от площади Театральной до Первомайского проспекта. В сутки работают по 20 человек, считая водителей, механизаторов и сотрудников с керхером. В дальнейшем где-то будет подкраска ограждений тех, которые сопряжены с нашими с тротуарами. Далее перейдем к покраске бордюрного камня. Сейчас вот как раз все отмоем, посмотрим, проведем дефектовку, посмотрим, где необходимо покрасить. Где-то необходимо, если заменить ограждение, мы его будем, соответственно, менять. Вот. Но это уже будет в процессе того, когда, после того, как мы все это дело отмоем. Сейчас специалисты дирекции благоустройства города работают регулярно, очищая заграждения от скопившейся пыли. И темпы обещают только наращивать. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».